Всем большой привет! У нас сегодня суббота. Я люблю выходные снимать влоги и проводить выходные вместе с вами. Надеюсь, что вам нравится такой формат видео. Напишите мне обязательно. Вот у нас сегодня тюльпанчики. Такие красивые цветочки. Вот такие вот розово-сиреневые. А за окошком у нас пасмурно. Ну ничего, у нас сегодня планы поехать в коммерческий центр. Я порвала свое украшение с бриллиантиками, браслетик, который муж мне дарил. Нужно его отремонтировать, и там походим, погуляем. То есть такие вот домашние у нас делишки, всякие разные. Также нужно будет смонтировать вам вечером видео про влог, про то, как мы провели несколько дней. У меня везде тюльпаны, даже на заставочке. Вот такая красота. Вдохновляюсь. Ну, вообще, я люблю снимать влоги, так как они такие расслабленные, не обязательно делать какую-то такую прическу, макияж. Можно просто поболтать с вами, рассказать, показать, как мы живем. Так что напишите, нравятся вам такие форматы или нет. Буду ждать. Итак, проводим день вместе. В коммерческом центре приехали ремонтировать украшения. И вот хочу вам показать. Смотрите, в витрине уже манекены совершенно не худенькие, а настоящих женщин. Редко такое увидишь. Это весна. В витринах весна. Какое платьишко красивое. На худеньких. Папа следит за Сашей. Саш, вьем! Смотри, мама, что в сумке у мамы. А? Смотри, что у мамы в сумке есть. Смотри.
Regarde. Hop. Oh, maman elle va manger. Maman elle va manger. Allez, passe papa. D'abord, mais tu pas bien. Allez, bravo. Ну давай играй куда-то. Ку-ку, Саша. Ты февровым? На машине едешь? Опа, браво! Саш, пойдем на горке кататься. Песочная душа, пойдем. Садись, сисит. Сисит. Давай, ноги вперед. Садись, садись. Вот, садись, не бойся, сынок. Вот так. Али, поехали. Али, вум, браво. Молодец. Вот у нас уже вечереет. Мы съездили за покупками, купили продукты. Сходили с Сашенькой в парк. Еще не разобрала все свои сумки. Будем разбирать продукты и будем готовить ужин. Вот купила себе несколько штучек. Так быстренько вам покажу ягодки Годжи. 250 грамм в аптеке я покупала их. У нас в аптеках их продают. Также взяла крем от Ducray Control. Керакнил Control. Тоже здесь есть кислоты. И так далее, так как моего крема не могу найти, так они что-то не выпустили или разобрали. И взяла такую вот тушь, это Volume Million Силь Феллини. Попробую, к ней еще шел какой-то топ-кот. Такое вот прозрачное средство с блестяшками. Но это уже так лишнее, оно просто было вместе. Как открою, расскажу вам. И вот такой вот от Maybelline Sculptor. И хайлайтер на пробу тоже взяла. Посмотрим, что будет в номере 1 Light. Также в аптечке в мою коллекцию гидролатов. Гидролат из Василька. И не было моей шампуньки сухой. Взяла тоже батист, но с какой-то вишней, черешней. Попробую. Так что вот так. Все потом вам расскажу, какие у меня от этого всего впечатления. Спасибо, что провели этот день с нами. Всем доброе утро. Не обращайте внимания на шум. Это машинка посудомоечная. Хотела вам показать, вот, чем я мою свои кисточки. Мою любимую кисть от Кайлин. Просто в восторге от нее. Правда, мыть ее нужно осторожно, так как вот начинает отклеиваться вот здесь снизу. Не знаю, как это будет дальше, но мыть все равно приходится. И мой любимый Beauty Blender. Вот без этих двух кистей я жить не могу. Вот если мне нужно выбирать, я оставлю вот эти две штучки и все остальное все отдам. И мою я их просто детским мылом. Ну, мою я их где-то не каждый раз после использования, а то они так все развалятся. А был Beauty Blender каждый раз мою после использования. А вот кисточку, ну, где-то после 3-4 раз использования. Ну, вот так. У меня есть и средства для мытья, но больше всего предпочитаю детским мылом. Хочу показать вам одну интересную вещь. Так как я вам показываю организацию моего холодильника, сейчас покажу вам интересный контейнер. Вот. Я предпочитаю, конечно, стеклянные контейнеры, но иногда есть у меня пластиковые, вот под жамбон, под сыр. И недавно я приобрела вот такую штучку. Здесь открывается, он идет как такой чемоданчик, открывается. И там такая вот съемная
сеточка, вы ее можете убрать и положить. А здесь вот я отвариваю себе яички на завтрак. Они уже отварены, почищены. И когда закрываешь, очень герметично. И в холодильнике ничего не пахнет. Вот такая вот штуковина. Ты даешь Мишке покушать? Молодец! Спасибо вам большое, что делаете мне кучу комплиментов насчет Сашеньки. Молодец, да, кушаешь. Сегодня у нас такая, как бы сказать, не хотим очки одевать. Сбросили уже 2 раза. Поели молоко, остальное не хотим. У мамы увидели курочки, пласты. Решили тоже протеинами полакомиться. Забрал у меня контейнер с курицей, вытащил пласт. Но я у тебя не забираю, Саша, кушай. И кушаем с утра протеины. Вот такие мишки даем. Это твой цитонунукшири. Мишка твой. Тюлюдунга маджи. Молодец. Да. Да. Или люнеты сумму ли люнетшири. С утра готовлю себе десерт. Такой. Мой десерт диетический, так сказать. Что нам для этого понадобится? Вот у меня стружка кокосовая, био-стружка, ягодки Гренни Чиа. Извините, если произношу на французский манер. Это такой заменитель сахара стевья с ванилью. И вот все это я высыпала, ягодки Гренни Чиа, кокосовую стружку, стевья. И потом берем натуральный йогурт, я беру биологически 0%, чтобы не сильно жирный был. И просто его вот одной рукой, как всегда, не очень-то удобно. Вы туда его выкладываете, все это хорошенечко перемешиваете. И в холодильник до перекуса. У меня перекус в 4 часа. То есть, чтобы не есть всякие сладости, получаете такой вот пудинг. Гренни чиа, они раздуваются, и настоящий такой маленький пудинг. Вкусный, сладенько, и очень много протеинов. И забивает, так сказать, в кавычках, заглушает голод. Закрываем и в холодильник. Папа у нас опять уехал на гольф тренироваться. А кто здесь такой? Что творишь, пока мама там в кухне убирает? А ну? Ты машины свои расставил? Купили новую машину. Но я не беру, я просто показать. Ну ладно, что ты такой жадный ты? У меня мальчик жадный. Маме не дашь даже не показать твою машину. Это такая вот машинка Карс. Она меняет цвет. Если ее в холодную воду, она зеленой становится. А если в горячую, она синей. По-моему, так, да. Или наоборот. Вот. Такие вот машины у него, у Сашеньки. Ой, прости, не буду трогать твои машинки. Прости, не буду трогать твои машинки. Будем одеваться, собираться, сыночка? У нас дел много. Будешь маме помогать кроватку заправлять? Всем большой привет. У нас сегодня воскресенье. И мы, как всегда, идем на обед. На улице погодка так себе. Я накрутила волосы. Меня часто спрашивают, как я это делаю, показать, на что я накручиваю свои волосы. Но все очень-очень просто. Я их мою, масочку, ну, все как всегда, уход. Потом сушу феном, брызгаю защиту и закручиваю. Сейчас я вам покажу. Вот этой плойкой. Я уже вам ее показывала в покупках. Color Elite, вот такая плойка, которая похожа на сосульку. Очень такая прикольная, классная плоечка. Вот так. И получается довольно-таки, ну, хорошо, на мой взгляд. И долго держится. На моих волосах вообще практически ничего не держится. Можно накрутить такие вот волны натуральные, не сильно такие кудряшки, а можно посильнее, конечно. Это вам уже. Ну, сегодня вот как-то вот так. У меня получилось довольно-таки неплохо.
Всем хорошего выходного. Всем добрый вечер. Ну вот и заканчиваются выходные. 3 дня с нашим папой пролетело незаметно. Все что-то делали, домашние дела, домашние хлопоты. Очень приятные. И мы счастливы. Вот прикупили вот такую вот штучку. Это маленький журавлик, да? Я помню, такая была притча. Девочка журавликов делала из бумаги. Сейчас во Франции очень модно вот такие изделия из проволоки. В магазинах все из проволоки. И я прикупила вот такого журавлика. Поставлю его, наверное, вот сюда. Будет с одной стороны у меня корзинка, а с другой стороны журавлик. И посмотрите еще. Напоследок хотела вам показать. У меня кактус цветет. Вы представляете? У меня цветы не цветут, умирают, а кактус цветет. Наверное, потому что он стоит над под лампой. Лампа греет кактус, и кактус расцвел. И вот цветочки вечером закрываются, а утром раскрываются. Так красиво. Я просто счастлива. Ну вот так, мои хорошие, дорогие. Всем желаю хорошего начала недели. И сил вам, здоровья, успехов. И до скорой встречи. Ваша Светлана Франция. Целую. Пока.